Здравствуйте, на канале ФКТ. Время новостей. В студии Инга Габеша. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Мэр Сочи сегодня проинспектировал пляжи Меретинской низменности. Главная претензия к арендаторам – отсутствие планировки. Отличились инвестиционной привлекательностью. Две сочинских здравницы стали лидерами санаторно-курортной отрасли страны. В Сочи появится реабилитационный центр для детей с ДЦП. Об этом заявил глава города во время встречи с соцработниками. В День России молодые сочинцы получат первые паспорта. Торжественное мероприятие пройдет на площади Флага. Консолидированный бюджет Краснодарского края за 5 месяцев увеличился почти на 111,5 миллиардов рублей. Об этом губернатор региона доложил первому вице-премьеру России. Встреча проходила в Москве в Белом доме. Антон Силуанов и Вениамин Кондратьев обсудили экономическое развитие Кубани. По словам главы края, больше половины муниципалитетов показали рост собственных доходов свыше 110%. Отмечается динамика в основных отраслях экономики региона. В сельском хозяйстве по итогам года ожидается прирост валовой продукции не менее 2%, а в промышленности на уровне 3,5%. По прогнозам, валово-региональный продукт в текущем году может превысить 2,5 триллиона рублей. Одновременно с этим идет работа по снижению госдолга Краснодарского края. В планах 2018 года сократить его на 3,5 миллиарда рублей. Мэр Сочи сегодня проинспектировал пляжи Меретинской низменности. Главная претензия к арендаторам – отсутствие планировки. Шезлонги местами установлены на булыжниках. А такая картина не соответствует высоким стандартам, на которые туристы рассчитывают, приезжая в Сочи. Планировка пляжа – это обычная мировая практика, подчеркивает Пахомов. И разравнивать гальку обязаны все курортные города. Бугров, а тем более крупных камней, здесь быть не должно. Все это доставляет дискомфорт отдыхающим. Вот эти глыбы, их не должно быть. Это нестандартный уже пляж. Вы это понимаете? Мы сегодня пляжные территории, которые получают голубые флаги. Это значит, что мы несем еще и ответственность. Кроме того, что есть у нас почетно их получать, у нас огромная ответственность. Объяснять преимущества планировки главе города пришлось на каждом пляже, которыми в Меретинке управляют близлежащие отели. Если вы хотите, чтобы галька там была все время, значит пляж должен быть ровный, на уровне воды. Да. Если этого не будет, вы сами создаете условия, когда у вас отмывает. Учитывается данная работа и при присвоении мировыми экологическими организациями почетной награды «Голубой флаг». Выдается он за лучшую пляжную территорию. В Меретинке развивается целых 2 голубых флага. Поэтому соответствовать высоким стандартам качества здесь обязаны вдвойне. Но, как оказалось, выполнять свои обязательства арендаторам пляжей мешает Росприроднадзор, руководствуясь тем, что планировка с помощью техники – это нарушение природоохранного законодательства. Алгоритм работы решил выстроить глава города. Я думаю, что мы между федеральными властями и муниципальными установим взаимодействие. И думаю, что контрольные органы не будут мешать нашим предпринимателям оказывать качественные услуги. А в целом мы с вами видим, что сегодня наши пляжные территории выглядят не хуже, а иногда и значительно лучше, чем те же пляжи Испании. Того же мнения и сами отдыхающие. Курортники не разочарованы южной столицей и настроены проводить свои отпуска только в Сочи. Мы просто, когда приехали вначале, не было дорожек еще. А сейчас вот сделали дорожки, коляски удобно проезжать. Всем довольны. Все хорошо. Море теплое, люди хорошие. Чисто, самое главное, вода чистая, вообще шикарно. Вы знаете, нам очень понравилось. Нет отбойников вот этих вот бетонных. Пляж чистый, море хорошее, люди хорошие. Спасибо за ваш теплый прием. Мы всем довольны. Совсем скоро в Меретинке для отдыхающих откроется еще один знаковый объект – светомузыкальный фонтан на набережной. Открытие намечено на 29 июня. Мэр же вернется на эти пляжи с повторной инспекцией уже 10 июня. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Две сочинских здравницы «Заполярье» и «Знание» стали лидерами в санаторно-курортной отрасли страны. Они заняли 1-е и 8-е место соответственно и были отмечены престижной премией лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц». Профессиональный конкурс проводит Ассоциация оздоровительного туризма. В нем приняли участие около 300 санаторно-курортных организаций со всей страны. Впервые сочинский санаторий «Заполярье» был отмечен такой престижной премией. Основные критерии, по которым происходил отбор, в большей степени экономические. Объем инвестиций, которые были вложены в это предприятие. Второй критерий – это заработная плата, которую предприятие платит своим сотрудникам.
Ну и третье, это, конечно, загрузка. Вот санаторий Заполярье показал среднегодовую загрузку за прошлый год 92%. В Заполярье приезжают на отдых туристы со всей страны. Ассоциация оздоровительного туризма как раз и обратила внимание на масштаб и эффективность, инвестиционную привлекательность данной здравницы. Первое, на что мы, конечно, сделали акцент, это повышение качества наших услуг. Это большая база наших медицинских услуг. Более 400 услуг мы оказываем на своей территории. Плюс мы сделали акцент на оздоровительном туризме и на семейном отдыхе. А россиянам, конечно, уже не хочется приезжать к морю просто на отдых. Каждый мечтает еще и воспользоваться суперсовременными методиками лечения. Будь то вакуумно-роликовый массаж или зал кинезиотерапии или голограмма. Все это сейчас доступно во многих сочинских санаториях. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинские таможенники задержали партию сувенирных магнитов. Незадекларированный груз перевозили в Абхазию в тягаче. По документам в автомобиле должны были находиться только продукты. Но инспектор досмотрового комплекса заподозрил нелегальный груз. За правым пассажирским сиденьем была обнаружена коробка со свертками, в которых находились круглые магниты, всего 3500 штук. Гражданин пояснил, что магниты приобрел для изготовления сувениров с целью перепродажи туристам в Абхазии. По его словам, за покупку он заплатил около 7500 рублей, однако товарный чек предъявить не смог. Это уже вторая партия сувениров, задержанная с начала курортного сезона. Нарушителю грозит административный штраф с возможной конфискацией магнитов. Накануне Дня социального работника в Сочи состоялось торжественное мероприятие. Десятки сочинских специалистов в этой области были награждены грамотами и благодарственными письмами главы города. Социальных работников пригласили в здание городского собрания Сочи. Здесь, в торжественной обстановке, их поблагодарили за нелегкий труд, ведь это всегда работа с людьми, которым необходима помощь. Ветераны, пенсионеры, дети, инвалиды. Анатолий Пахомов отметил вклад города в поддержку семей, которые находятся в непростой жизненной ситуации, и рассказал о ближайших планах. Я очень горжусь тем, что сейчас и власти города, и депутаты городского собрания, и Лига женщин Моздобра решили создать еще один реабилитационный центр для детей с ДЦП. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, какое это горе, какой это тяжелый труд родителям, которые имеют именно таких детей. И мы должны ценить этих родителей, оказывать им всяческую помощь и поддержку. Социальная сфера города представлена сотрудниками органов социальной защиты, работниками пенсионного фонда, фонда медицинского страхования, районных ЗАГСов, отделов социального развития, центра занятости населения, управления по вопросам семьи и детства, управления образования, культуры, здравоохранения. Вклад каждого такого учреждения имеет положительный результат. Дети уже выросли, многих выпустили в большую жизнь. И даже здесь сейчас находится бывшая воспитанница, которая находится в нашем зале, которая окончила высшее учебное заведение и благополучно социализирована в нашем обществе. Это наш результат, это плата за наш труд. В Сочи нуждающимся оказывают всевозможные меры в социальной поддержке. Это ипотечное кредитование многодетных семей, ежемесячная денежная выплата из местного бюджета 16 отдельным категориям граждан. Немаловажным является освобождение пенсионеров Сочи от уплаты земельного налога. В этом году 236 ветеранов смогли получить оздоровление в сочинских санаториях. 35 ветеранам отремонтировано жилье. В целом в социальной сфере Сочи трудится 2000 человек, профессиональный праздник которых отмечается 8 июня. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинские школьники 9 июня проверят свои знания иностранных языков. Выпускники сдадут единый госэкзамен по разделу «Говорение». 9 и 13 июня будет проводиться экзамен по устной части ЕГЭ по иностранным языкам. На два раздела – устные и письменные – экзамен разделен с 2015 года. Выпускники могли выбрать, будут они сдавать только письменную часть или обе. Устная часть оценивается максимум в 20 баллов. На выполнение заданий каждому участнику отводится 15 минут. Экзамен будет проходить за компьютером, отвечать что-либо экзаменаторам не требуется. Письменная часть ЕГЭ по иностранному языку выполняется в течение 3 часов и оценивается максимум в 80 баллов. Ее будут сдавать 18 июня. 100 баллов можно получить за обе части, письменную и устную. В Сочи сдать ЕГЭ по английскому языку решили 370 человек, по немецкому 4 человека, по французскому 11. Желающих сдать испанский в этом году нет. В День России молодые сочинцы получат первые паспорта. Торжественное мероприятие пройдет 12 июня на площади Флага.
В этот день будут вручены российские паспорта 10 молодым людям и девушкам, которым накануне исполнилось 14 лет. После этого для собравшихся на площади выступит Краснодарский государственный камерный хор. Под руководством народного артиста России Вячеслава Яковлева он исполнит песни о стране, любви и дружбе, такие как «Утомленное солнце», «Весенний марш», «Отцвели», «Хризантемы» и другие. Сочинка Елена Веснина в понедельник станет первой ракеткой мира в парном разряде. Об этом стало известно накануне, когда соперницы Весниной Екатерины Макаровой в рейтинге Тимя Бабаш и Кристина Младенович проиграли на Роланд-Гаррос японской паре Эри Хадзуми, Макото Нинумия. «Мы всегда мечтали об этом моменте», – отметила Веснина. «С Екатериной мы добились больших успехов в паре. Надеемся сохранить хорошую форму, будучи первыми ракетками мира». На проходящем в эти дни открытом чемпионате Франции Макарова играла с Анной Калинской, Веснина с латвийкой Еленой Остапенко. Обе пары завершили выступление в первом круге. Веснина и Макарова являются олимпийскими чемпионками 2016 года в парном разряде. Теннисистки трижды выигрывали турниры серии «Большого шлема», – сообщает ТАСС. И в завершение информация от партнера программы. Санаторий «Черноморье» приглашает в лечебно-диагностический и спортивно-оздоровительный центр. К вашим услугам крытые и открытые бассейны, теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.